Когда Шира Астров увидала эту собаку, она сразу дала ей новое имя. Ведь нужно было перечеркнуть ужасное прошлое, чтобы осветить дорогу в светлое будущее. Теперь это животное зовут Руби. Собака окружена любовью и заботой, за ней ухаживают, лечат и вкладывают душу. В ответ она дарит море любви и ласки. А ведь совсем недавно Руби нашли в ужасном состоянии. 10-месячного щенка взяли в дом здоровеньким и бодрым, но через 6 лет он превратился в больное и измученное животное. В полицию заявили о жестоком отношении с собакой. Когда полицейские пришли по адресу, то были шокированы. Перед ними было истощенное создание весом 18 килограмм. При этом у него атрофировались задние лапы. Как выяснилось, беднягу держали в тесном деревянном ящике. Обездвиженная собака разучилась ходить. Кроме того, ее явно били и мучили, потому что она была подавленной психологически. Но Шира решила, что поставит Руби на ноги. И удивительное дело, очень быстро животное поверило людям. Психика его восстановилась, а вот с физической формой все намного хуже. Позади уже немало процедур и лечения, а вес бедняжки до сих пор всего 19 килограмм. И сейчас Руби делают массаж, иглоукалывание. Собака проходит сеансы акватерапии. Еще у Руби обнаружилось необычное пристрастие. Собака обожает классическую музыку. Девушка обожает питомца и считает, что это лучший подарок судьбы, хоть через ее руки уже прошло много животных. Однако именно Руби навсегда поселился в ее сердце. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.